Привет, ребята! Как у вас дела? У нас сегодня всем известный читатель Донатиков будет читать мне комментарии. Блин, а как надо было сказать, чтобы изменить внешность? Я хотела изменить внешность, допустим. Left. Сегодня я получил зарплату, поэтому, Александра, здравствуйте. Ой, Кирилл получил зарплату. Привет, Кирилл! Привет. Блин, мне надо еще контроль. Блять! Ой, ну прям не узнать тебя. Вот, черный мне нравится. Все, а завершить. Цвет глаз поменяем. Что убрать? Ёп! Ничего себе! Блин, я не смогла этой хренью воспользоваться. Одни вперед, да, блин. Падают наушники. We lost it. Game over, Connor. Блин, для него закончилось. Do you know where Jericho is? Это грубо вообще-то. Он так смешно бежит. Ой, я ушла. Нет, не в ту сторону. Тупить я люблю, конечно. Ай. Тыщ. Оп. Хлыщ. Пыщ. Тыдыщ. Я думаю, это переводить не надо. У меня тут это расчет, как у кошки в голове, знаешь, киски, когда... А, стой, блин. Еще варианты есть? Он падает. А, вот. Тыщ. Давай, чувак, давай. Просит сделать интервью с Клэр. Клэр не отвечает, а Леон отказался. Короче, я боюсь по мостам ходить над дорогами. Ой, нет! Ну нет же! I'm focused on the case, Lieutenant. The rest doesn't concern me. I just got a report of a suspected deviant. It's a few blocks away. Чё, я опять не подружилась с Хэнком? Ну я ж старалась. Блин, ну как психология роботов этих людей выглядит вообще? Я не понимаю! 2 minutes are up. Time to go. We're missing something. Well, next time, think faster, Sherlock. Come on, I've had enough of this dump. Move, fuckers. Блин, я не восстановила одно событие, а он меня уже тащит. Вот у меня сейчас будет один вот этот ключик закрытый. Вы не нашли Руперта. Зашибись, блин. Ай, господи, да что это такое? Ты смотри, я сколько не прошла, блин, я его не нашла. Можно с этого момента переиграть? Давай скорее, все, мы пропускаем этот момент. Давай, скорее, давай, чувак. Там музыка, как будто сейчас Немезис придет, или этот, Мистер Экс. Давай, беги, вверх. Скорей. Так быстро надо реагировать. Бегом! Я пока управляю. Быстрей, быстрей. Блин, скорей. А, быстрей, чувак. Я пытаюсь нажимать. Ёп, красота, ты еще. Ты меня предупреждай, когда ты не будешь бежать. Быстрый, но рискованный, легкий, но медленный. Блин, я не знаю. Обходной путь, оптимальный вариант. Быстрее беги, ёпарасоте, ну... Смысле, да. Блин, он убежал, твою же маму. Блин, он убежал от меня. Блин, я протрала его. Oh, shit. Fuck, we had it. Alright. It's alright. Doesn't matter. We know what it looks like. It won't get far. Come on, let's get out of here. Seen enough vegetables for one day. That shouldn't have happened. I wasn't programmed to fail. Oh, well, you fucked up, Connor. Welcome to the club. Давайте, он где-нибудь спрятался сейчас, и я такая его бац нашла. Electronic. Блин, а на какие мы тут кнопки? S, E. Эй. Пробел. Давай. Быстрый, но рискованный. Давайте обходным. Давай, чувак. Да куда он опять делся? Давай. Блин, я опять не успела. Давай, чувак. Давай. Бля. Я опять его просрала. Блин. Где он? Все. Блин, нет, я его поймаю. Что там ребята пишут? Блин-блинский пишут. Блин-блинский? Блин-блинский! Сволочь. Блин, давай. Блин, надо же было сразу. Да твою мать, не тормози! Давай! Ну же! Чувак, ну давай! Так, но медленный, прямой, но многолюдный. Пофиг. Сука. Твою мать! Я же не найду его никогда в жизни. Давай. Что надо делать? Блин. Программный сбой. Блин, а этот умер, небось. А, я хотела слишком сильно его поймать. Блин, я надеюсь, чувак. I just wanted to be free. You know what they'll do to me if you turn me in. Model 874004961. Serious malfunctions have been detected in your software, including class 4 errors. You've been deemed defective and will be sent back to CyberLife for deactivation. Don't you fucking move. You bastard. You saw I was gonna fall, and you'd rather let me die than fail your fucking mission. I had to make a choice. It seemed to me. What am I to you? A statistic? A zero? A one in your fucking program? Huh? Да хватит, а? Is that how you see humans, you bastard? А если бы я его не поймала, ты бы пришел, ты и спас. Fuck you and your fucking assessment. Все, они никогда не подружатся. Тогда бы я его не нашла. You're one of us. Shut up. You're helping humans. But you're just their... Лучше бы Саша девочку так спасала из пролога, как пытается догнать этого мужика. Чего? Лучше бы эту девочку из первого миссии спасала. Он сам. Не, муж не вытаскивает. Это джойстик. Пишут, что Симпс стримят. Что кому-нибудь было бы интересно, как я стримлю Sims. Я всегда вводила код Motherlode и делала дорогущие дома, все им там покупала. Детей делала супер умными. А еще я любила, когда у меня мужиков крали, и их насиловали инопланетяне, и у них были потом дети зеленые. У кого? В Симсе у мужиков. Их воровали, и их насиловали. Мужики рожали? Да. Зеленых детей. Как вызвать короткое замыкание? А вниз, вниз попробуй. Что там было написано? Все, она не это. Воспоминания удали. Удалены. Так, она не помнит, но я-то помню. Она сейчас вспомнит. Ничего себе. Ну вспоминай что-нибудь, вспоминай. Блин, вот ты овца. Вон она. Опять вот эта хрень появилась. Не, ты осматриваешь, смотришь, что никого нету, и идешь туда. Да какой? И это ему. Быстрей! Нет, нет. Так, что нажимать, быстрей. Блин, блин, блин. I warned you. Dreams always end in tears. You should have listened to me. What are you doing? Get out of my way. No. Not this time. I said get out of my way or I'll shoot right through you. Ничего себе. How dare you. Ого. Мотивы Resident Evil. Но они такие. Не такой уж ты хозяин. There's some clothes in the bedroom there. I'll go get them. What do you want to wear? Whatever. Полосатая в разводах хиппи. Какую наденем? Давайте в разводах. Интересно, от выбора одежды зависит сюжет? trespassing on private property. Your presence constitutes a level 2 infraction. I will notify security. John! Кто с тебя публикует фотки в Инстаграме? Я так что сама сделала это, так спрятаться, убить охранника, бежать. John! I need your help. John! Блин, третий вариант не прочитала. First the drone, now this. Just my luck. А тут крови, ну просто завались этой синей. А, нет, здесь... Здесь прям... Я почему-то, знаешь, что вспомнила? Знаешь, такие в магазине... Творобушки продаются, они там... Цирки такие. This is not going to look good on my expense account. Purchase confirmed. Eden Club wishes you a pleasant experience. Ну все, точка. Delighted to meet you. Follow me. I'll take you to your room. Okay. It saw something. What are you talking about? Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. А, блин, другого андроида. Ну-ка, на куда ты смотрел, урод? Блин. Blue-haired Tracy didn't come this way. Ну вот это она же идет, нет? Ну нет. Да твою же мать. Блин, да почему такой провальный он? For a second there, I thought you were gonna make yourself useful. Блин, ну что за хрень собачья? Мы переиграем. Так, здесь, наверное, сейчас бежать придется. Давай, давай, мы сможем справиться с 3 кнопками. Давай, давай, давай. Ай. Блин, я просто первая попавшаяся. Блин, тут надо быстро принимать решение, я не могу так быстро. А их что, две, что ли? Девиантки. Блин, да тут надо просто помнить, где все эти. О, здесь надо... Это... Быстро реагировать. Зато вторая сейчас все скажет. You kill her. She had nothing to do with any of this. Ну потому что я не знала, что делать. Она на Пинк похожа немножечко. Блин, они на самом деле очень, да. Я просто не понимаю суть игры, типа, почему тогда игра выставляет, блин, процентность или еще что-то еще, но если вот ты сделал такой выбор, но не сделал ты все прохождение. От твоего процента не зависит, типа, игра. Да? Хоть 0% будет, но если ты сюжет продолжаешь, ты его продолжаешь. Господи! А ты-то чё, блин? Вот, ну вот чё за хрень? Почему, когда я делаю выбор любой, хороший или плохой, какой ему, ну типа, по идее ему нужен, ему нужно... Мне вот интересно, если пойти в этот... Туда, дальше этого. Alice. Это очень мило, мне очень нравится. И вот эта линия. This is a story about a little girl who lived alone in a big old house. She dreamed of being like all the other little girls, but she was different, and that made her very sad. Then she met a robot. Who was programmed to obey orders, but felt for once that she should disobey So they decided to run away together. To find a place where they could be safe. They encountered great dangers along the way, but they stuck together. So they overcame all of them. Along the way, they met another robot who left his master to become their guardian. How does the story end? They reach the place they dream of and live happily ever after. Stories always have happy endings, but real life isn't like that. И сейчас у нее понизится, типа, к недоверию какое-нибудь. Ни хрена себе. Our name is Jerry. We were working here before the park closed. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl. We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. Что-то экшен пропал. She looks sad. The last few days have been difficult. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in it. Oh, she should follow us then. Alice, I don't know if it's a good idea. Come on, Kara. I don't think you have any choice. Как мило. Блин, сейчас хочу бегущий по лезвию посмотреть. The carousel is about to begin. Что там ребята пишут? Дальше будет самое интересное. Cute. It's the first time I've seen her smile. She hasn't had much to smile about lately. Блин, это так мило, как будто новогоднюю сказку смотришь. It's so nice, like if you are watching Christmas film, something like this. I love you, you love I. That's not always enough.